Я вывеску снимал. Что, проблемы? Нет. Закончилось. Подрос вообще, ничего себе, усы расти начали. Родной мой человечище. Ну хватит порно домашнее снимать. Здорово, братан. А он, кстати, из Филиппа. Где? Козел. Да ты же все. Вот и два оператора. Он все-таки нашел этот капюшон. Не верится. Смотри, сын, где тебе тут переодевать? Вот здание пустое есть. Да разберемся, ну куда ты спешишь? Смотри, у меня последняя коллекция зимняя. Пойдем. Здравствуйте. А что мне переодеваться? Я мафия, я тебя сейчас сниму. Нельзя, да? Нет, конечно. Ну, конечно, не будем. А подскажите, пожалуйста, куда можно зайти переодеть его? Хоть какое-нибудь здание есть? Да какое здание в машине оденешь? Да как в машине? Там битком. Сергей Петрович, а куда можно это? Ну, не здесь. Утилизировать. Ну, помойка и на помойку относите. Странный какой-то народ. Вот он недоволен. Факт. Вот что тут нельзя снимать, я вот не знаю. Зимний объект типа. Типа. Сейчас переоденется, уедет. Он переодевается. Я говорю, переодевается он, что непонятно. Сейчас переоденется, уедет. Ну просто момент преображения нужно было снять. Нам... А что ты все-таки? А что это за? Что это за хуйня? Это Федин айфон. А, это Федин айфон. Ален Делон. Малой.